Здравствуйте! Сегодня у нас последний, шестой урок, химия, девятый класс. И сегодня у нас решение экспериментальных задач. Сегодня у нас как бы виртуальная практическая работа. Итак, сегодня у нас будет с вами два опыта и задания, которые вы должны будете выполнить в своей тетради. Практическая работа будет у нас содержать два опыта. Первый – это получение этилена и изучение его свойств. И второе – получение ацетилена и изучение его свойств. Итак, давайте сейчас с вами посмотрим первый опыт получения этилена и изучения его свойств. Итак, в пробирке у нас находится этанол, этиловый спирт. Туда также добавлена концентрированная серная кислота и немного песка, потому что эта смесь при нагревании может сильно бурлить. И для того, чтобы не было сильного вскипания, туда добавлен песок. Смесь нагревают. При нагревании этой смеси этанола с концентрированной серной кислоты происходит отщепление молекулы воды от этанола и образуется этилен. Образующийся газ этилен пропускает через растворы перманганата калия и бромной воды. При пропускании, обратите внимание, сейчас пропускают этилен через раствор перманганата калия, и вы можете видеть небольшое количество выделяющегося газа этилена, который вступает в реакцию с раствором перманганата калия и вот его обесцвечивает. Теперь трубочку с выделяющимся этиленом переносим в раствор бромной воды, с бромной водой. Пропускаем. Выделяющийся этилен будет также вступать с бромом и будет его обесцвечивать. Пропускаем этилен до обесцвечивания раствора. Раствор обесцветился. Это говорит о реакции этилена, который способен присоединять. Теперь проверяем этилен на горение. Обратите пламя, при горении этилен при горении образует светящееся пламя. Итак, второй опыт получения ацетилена и изучение его свойств. Для того, чтобы нам получить ацетилен, для этого мы взяли карбид кальция, поместили в круглодонную колбу и сверху дозированно подаем по капелькам воду. Поскольку реакция проходит очень бурно, поэтому вода подается дозированно, для того, чтобы не было очень бурного выделения газа и образования в колбе высокой температуры. Сейчас вы можете наблюдать, ну вот как раз вот образование ацетилена в колбе. Образующийся ацетилен также будут пропускать через раствор перманганата калия до его обесцвечивания. Ну вот раствор уже понемногу обесцвечивается. И теперь газоотводную трубку с выделяющимся ацетиленом переносят в аммиачный раствор оксида серебра. Этот опыт мы вам демонстрируем
совершенно ознакомительно. Здесь ацетилен будет реагировать с оксидом серебра, с образованием ацетиленида серебра, красного взрывчатого вещества. И сейчас вы его можете наблюдать, как раз вот хорошо видно, особенно на поверхности. И сейчас ацетилен соберем в колбу методом вытеснения воды для того, чтобы посмотреть реакцию горения. Собрали ацетилен. Ну и сейчас подносим горящую лучину. Давайте обратим внимание, как горит ацетилен. Хотела бы заметить, что если, как вы видите, и на стенках сосуда, и вверху, в верхней части пламени образуется копоть. То есть ацетилен горит коптящимся пламенем. Итак, задание. Напишите уравнение взаимодействия этилена с бромной водой. С2H4 плюс бром 2. Второе задание. Напишите уравнение горения этилена. С2H4 плюс О2. Хотелось бы вам напомнить, что при горении всех углеводородов и вообще органических веществ образуются два обязательных продукта. Это углекислый газ и вода. Напишите уравнение получения ацетилена. Карбид кальция с водой. Напишите уравнение горения ацетилена.